Не было раз того, что ничего другого не купил, так что тут другой желатель, кто-то попал. Там еще один у знакомых не бывать ночами дома. Она думает, ей нужно этой девочке 17. Никто не понимает, она выложила фото в старых венцах. Худи, трэш, рейк, лицо, она не хочет в институте. Это точно ни к чему, ни к чему. Она хочет жить в Милане, одеваться в модном доме, купить туфельки в Рионе, Фенди, Луи, Дольче и Габбана. Кушу лайков в Инстаграме, она хочет, чтобы все они узнали. Что все кто-то не по плану. Она просто вспоминает, как хотела жить в Милане. Туфельки Брионе. Киберкопец в Инстаграме вызывал лишь только зависть. У тех девочек, чьи парни изменялись ей ночами. Она плачет вечерами, ведь рисунки под плечами принесут воспоминания. Все ее желания. Эти девочки уже 35. Она еще совсем упышка, но не назвать ее пустой.